Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, финишная неделя. Неделя перед Йом-Кипуром, днем великим и ужасным. Днем, в котором как бы ставится великая печать на существование мира в следующем году и каждого из нас. Стоит об этом задуматься. Если кто-то не проснулся, я уже рассказывал притчу про повозку, которая там, или кто просыпается, там, контрабандист за месяц, за день, за два. Кто не проснулся, кто еще не понял, кто не почувствовал это очень плохо. Надо сейчас сесть, вот прямо в эту минуту, сесть и попробовать просмотреть свой год. Попробовать понять, что ты не хозяин мира. Попробовать понять, что все не так устроено, как иногда нам кажется. И что сейчас от нас очень многое зависит. Я расскажу историю, тоже я ее когда-то рассказывал, которая именно относится к нашим дням. Это история про простую игру в монополию. Знаете, когда бабушка играет с внуком в монополию. И вот долго она его обыгрывала, потом он научился играть. И, наконец, после нескольких лет, уже понимая психологически эту игру, он сел играть в монополию и выиграл у бабушки. После этого она сказала: ну хорошо, замечательно, сложила все, и говорит, а теперь все возвращается в коробку. Все эти, кто играл в монополию, там на гостинице, дома, там все это выигрываешь. Все возвращается в коробку. Мальчик говорит, я не очень хочу, чего в коробочку. Что поделаешь, сказала бабушка. Тебе все это не принадлежит. Ты волнуешься из-за этого, что ну, ты до того, как сел играть, уже все это было, и после того, как ты будешь... Приходишь играть, все будет. Машины, звания, одежды, портфели, недвижимость. Даже твое тело, все это было и все уходит. И надо представить себе в конце концов, что не такой уж большой выигрыш в нашей жизни, когда после приложенных усилий мы что-то получили, которое потом уйдет. Мы получили, да, предположим, повышение, о котором мечтали, там, заработали деньги, о которых хотели, забрались на самую высокую лестницу успеха. И что дальше? А дальше этот восторг растворяется. А что еще дальше? И дальше все возвращается в коробку. Что на самом деле важно? Надо человеку все-таки задать себе вопрос. А что же важно? В чем смысл жизни, если в конце концов все возвращается в коробку? Мы собираем, копим, покупаем, вкладываем, там, развиваемся, посвящаем свои дни и ночи тому, чтобы создать себе уютный, достаточно качественный мир. Но в конце концов, все это нам придется вернуть в коробку. Все, на чем трудились, машины, бизнес, дома, отношения, все останется здесь. Если только остановимся на мгновение и задумаемся, то вспомним, что все уходит в коробку. Мы проводим жизнь, вкладывая все силы, все напряги, все в этот мир. Да? Но забываем главную цель. А главная цель прихода в этот мир – это удостоиться доли в будущем мире. И вот этот человек, как бы в этом, казалось бы, простой истине, не работает ничего. Всевышний создал этот мир, чтобы он служил человеку, чтобы человек мог служить своему Создателю с максимальной эффективностью. Мы приходим сюда с заданным какими-то параметрами, чтобы исправить то, что натворили, и заработать то, что нам нужно. И говорят мудрецы, не стоит вкладывать все свои силы в этот переходящий временный мир. Переключите немножко внимание на мир вечности. Важно проанализировать, во что стоит вкладывать силы, мысли, желания, а к чему лучше прилагать меньше усилий, поскольку в итоге результат все равно идет в коробку. И вот эти дни предназначены на то, чтобы мы разобрались, что в коробку, а что в вечность. И если человек не вкладывает в вечность хотя бы секунды, ну тогда это заблуждение. Если человек это не понимает в течение года, он обязан понять это перед Йом-Кипуром. Потому что такие возможности даются, нам открывается сейчас как бы голова чуть-чуть. Нам нужно понять, что этот мир, он не вечный. 120 лет от силы написано, что может прожить человек. А дальше что? Вот о том, что дальше, и стоит человеку задумываться в дни перед Йом-Кипуром. Это самое лучшее время. И Бог очень благосклонен к нам. И в эти дни Он принимает раскаяние. Так давайте займемся тем, что сегодня работает, то, что сегодня принимается. Брака вы от лоха.